Друзья, всем привет, с вами Димас, оператор Антон, вы на канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня мы для вас готовим такой осенний, если так можно сказать, это в тот же момент и летний, зеленый салатик такой небольшой, веганский. Ну, не только, как бы, кто любит овощи, там разные сочетания овощей и фруктов, и сыров. Этот салатик будет для вас очень простой. Все момент приготовления. Все наши ингредиенты вот у нас на столе, такие простые. Из самого сложного, это, наверное, какой-нибудь авокадо. Сейчас найти его сложно. Мы еле нашли мягкий. Также у нас огурец будем использовать. Сегодня яблоки. Нужны кислые. И лайм. Кислоты, если нет лайма, можно лимон добавить. Козий сыр. Везде в магазине можно купить, в принципе, дешевый достаточно. Чуть остринки добавим в наш салат. Зелень, петрушка с огорода. Что осталось единственное с огорода. И масло оливковое тоже добавим для чуть-чуть оттенка нашего салата. В принципе, салат получается весь такой зеленый. Нарежем яблочки. Нарезка произвольная. Кому как нравится. Довольно-таки крупное можно нарезать. Можно яблоко почистить, если кому-то не нравится кожура. Довольно-таки крупно режемся. Огурчик тоже возьмем. Тоже довольно-таки крупно нарежем. Брусочками. Тоже, если вы не любите шкурку, огурчик можно почистить легко. Ну, видите, оно, к сожалению, немножко жестковато. Козий сыр нарежем. Тоже достаточно крупно, так как мы будем все мешать. Все немножко поломается у нас. Из-за этого не стоит переживать. Вот, добавим немножко перчинки, остроты в наш салат и оттенка. Также лайм. Если нет лайма, можно лимончик. Чуть-чуть помешаем, чтобы у нас сыр поломался. И немножко все ингредиенты, так сказать, испачкались в нашем сыру. Вот, и я решил лаймовым соком просто сверху полить. Более свежее получается. Листьев петрушки порежем. Все зеленое. Масло оливковым польем немножко сверху. Будем пробовать, что у нас получилось по отдельности. Хорошее сочетание. Яблоко. Кислое. Авокадо. Сырок. Прекрасное сочетание сыр, яблоко, там подобный виноград можно добавить, и маслянистое авокадо с нотками острого перца. Получается прекрасная закуска, свежая. Она легкая, в тот же момент из-за авокадо и сыра она достаточно питательная. Хороший салат, свежий, действительно очень приятный. Готовьте. Обязательно лучше взять авокадо более зрелое, чтобы оно прям маслянистое было. Она волокет наши овощи, огурец, яблоко, фрукты. С вами был Димас. Всем добра и мира. Приятного аппетита. Все, оператор Антон со всеми тоже прощается. Увидимся. Всем хорошего настроения. Пока-пока.